Eminem дает 10 советов детям. Eminem дает 10 советов детям. Никто больше, кроме него, не смог дать эти советы детям. Только Eminem. И сейчас я хочу вам представить рэпера, автора и директора Eminem. Спасибо. Спасибо за то, что пришел. Спасибо за то, что позвал. Ну, поехали. Итак, правило для детей номер 10. Будьте собой. Правильно, будьте собой. Итак, совет для детей номер 9. Не жалейте о татуировках. Номер 8. Сейчас самое подходящее время для инвестиций в облигации. Он прав. Номер 7. Посмотрите историю игрушек 3. Они вернулись в город. Номер 6. Всегда покупайте лицензионную музыку в серьезных магазинах. Деньги с продаж идут артисту. Номер 5. Не связывайтесь с наркотиками, бандитами и нефтяными компаниями. Он прав. Номер 4. Помните 3 волшебных слова. Пожалуйста, спасибо и съебись нахуй, сука. Номер 3. Счастье за деньги не купишь. За деньги купишь охуительное счастье. Номер 2. Если вам подпишу диск, а потом увижу это на eBay, то когда вы придете домой, я буду у вас под кроватью. И номер 1. Советов от Eminem. Не тратьте впустую время, смотря это шоу. Спасибо большое.